Завдання місії – евакуація 200 «Чорний тюльпан», пошук та ідентифікація тіл загиблих військових. Однак ця благородна та вкрай необхідна справа супроводжується низкою перепон. Серед них – відсутність допомоги з боку держави. На жаль, на сьогодні ситуація суттєво не змінилась. На сегодняшний день уже выработана наша база данных, по которой мы раньше выезжали на поисковые миссии. И на сегодняшний день возник такой дефицит информации. Сейчас мы пытаемся в ручном режиме отрабатывать с различными органами, ведомствами, да, которые занимаются в этом процессе. К сожалению, так и не удалось добиться внятного ответа, будет ли финансирование в следующем году. Сейчас бюджет, сами знаете, утверждается только, и подали ли, или какую строку подали в бюджет. Второе, непонятно, кто будет отвечать за этот процесс. До сих пор так и не создан орган центральный, который бы отвечал за координацию всех органов власти, занятых в этом процессе. Однак про місію турбуються небайдужі українці, які допомагають і морально, і матеріально. А на початку року роботою «Чорного тюльпану» зацікавилось посольство Швейцарії. Господин Симон, который отвечает как раз за гуманитарный сектор, и, в принципе, у нас состоялся контакт, он уточнил, чем мы действительно этим занимаемся, познакомился, даже выезжал в Донецк и Луганск, знакомился с той ситуацией. Проведена была такая немаленькая работа, они выразили готовность изначально нам помочь финансово, мы дали бюджет. Это очень долго согласовывалось, к сожалению, бюджет обрезали, но, тем не менее, все равно огромное им спасибо, потому что это некоторую часть наших расходов, конечно, покроет. Які б труднощі не виникали, місія не припиняє роботу, адже на полях залишаються солдати, яких потрібно повернути додому. Уміння чекати і домовлятись зараз у пошуковців відточено на рівні рефлексів, бо часто самі пошуки займають менше часу, ніж дозвільна процедура з представниками самопроголошених республік. Сейчас ребята работают, но они работают в основном по прифронтовой зоне. Почему? Потому что там есть некоторые осложнения на сегодняшний день. Они связаны не с безопасностью, а с нерегулированностью некоторых вопросов. Работы, подчеркиваю, у нас не прекращаются. Ребята работают посменно, по вахтово до сих пор. И на сегодняшний день миссия как раз вот Криворожская работает. Поэтому всем, наверное, передают привет.